Приветствую всех на канале «Все про тачки». Ранее выкладывал обзор, купил новую резину Michelin XI Snow. Это фрикционная, в простонародье ее называют липучка. Ну вот спрашивали люди, как же она ведет себя на льду. Ребят, открою вам секрет. Не изобрели еще такой фрикционной резины, то есть которая без шипов, которая, извиняюсь, повторяюсь, будет себя вести так же, как резина с шипами. Все-таки только шипы хорошо вгрызаются в голый лед, ну и даже в прикаты. Ну вот смотрите, я вам сейчас покажу. Во-первых, видите, да, как она начинает буксовать сразу? Ну и чуть разгоняемся, вот буквально. То есть ее, конечно, несет фрикционную. И не сказать, что это Michelin плохой. Он очень хороший. Я ездил на других, я сравнивал. Чудес не бывает. В шипы, в лед вгрызаются только в шипы. А на фрикционной, в простонародье липучке, вести себя на льду надо очень аккуратно. Да, на сухом асфальте, на мокром она ведет себя достойно. Снег рыхлый, укатанный, там да. А вот на льду липучка чудес вам не предоставит. Так что имейте это в виду, когда ставите резину дорогую и думаете, что вы будете контролировать автомобиль на любых покрытиях. Нет, конечно, она намного лучше, чем всесезонка, особенно чем летняя, там вообще будет каток, но чудес не происходит. Всем до новых встреч, спасибо.